Потрясающей красоты старинные крепости и грандиозная архитектура эпохи Тамерлана. Уральские туристы устремили свой взор в Узбекистан. В этом году эксперты отмечают небывалый интерес к культурному наследию и природным памятникам Центральной Азии. Планируется провести год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут «Великий шелковый путь». Вместе с тем намечено создание специальных туристических пакетов по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Маршруты по Узбекистану для российских путешественников разработаны на любой вкус. Это экскурсионные и паломнические туры для любителей активного отдыха рафтинг по горным рекам. А те, кто хочет поближе познакомиться с национальной кухней и традициями, могут побывать на гастрономических фестивалях и посетить этнодеревни. До главных достопримечательностей Узбекистана уральские туристы могут добраться на самолете. Каждую неделю из Екатеринбурга вылетают прямые рейсы в 5 городов республики. Великолепная сохранность и стойка культурных объектов, абсолютная безопасность, отсутствие языкового барьера как такового. Все моменты, которые я могу перечислять, они исключительно положительные. И сложно здесь найти какие-то моменты, которые бы нам омрачали, усложняли взаимодействие с нашими партнерами.